Самая добрая профессия. В канун Дня соцработника чествовали тех, кто первым принимает на себя волны людских проблем и помогают их решать. Праздничное мероприятие прошло во Дворце детско-юношеского творчества. Самые теплые слова и пожелания были сказаны в адрес соцработников. Людей с добрыми сердцами, посвятивших себя столь благородному делу – помощи другим людям. Ваша работа благородна и почетна. В ней не бывает случайных людей, потому что отдавать свою заботу людям и профессионально, и ежедневно сможет далеко не каждый. Здесь трудятся люди, неравнодушные к чужим проблемам, бедам, с чутким, отзывчивым сердцами. Милосердие и доброта, умение сопереживать и проникаться чужими проблемами, стремление и готовность помочь в трудной ситуации, поддержать словом и делом – это лишь малая толика качеств социального работника. На сегодняшний день в службе полсотни сотрудников и более 300 опекаемых. Купить продукты и лекарства, принести тяжелые сумки, договориться с врачом, оплатить коммунальные услуги и не только. Главное – найти подход. Они и медработники, и психологи в одном лице. Эти люди делают наш мир лучше, они незаменимы в нашем обществе. В этот день мы отдаем должное тем социальным работникам, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы помогать трудные и сложные моменты, преодолевать сложности, поддерживать и вдохновлять других. Оксана Серебренникова 9-й год в этой сфере. Говорит, нужно оказать помощь каждому опекаемому, а их за годы работы не один десяток. Люди с непростой, тяжелой судьбой. Среди них и жертвы Холокоста, и ветераны Великой Отечественной войны, и онкобольные. Знаем и выслушиваем каждого человека в отдельности, знаем всю их биографию, знаем, кто что, какую жизнь прожил. Это мы и психологи, и родственные души, мы и детки, и внучки. Когда приходишь, о, моя там дочечка пришла, моя внучечка пришла, все они уже пожилые люди. Встречаются такие, которые уже за 90 лет. Посещаем наших опекаемых, но они нам уже как родные становятся. Мы приходим как к нашим бабушкам, мамам. К ним прикипаешь всем сердцем. Медали за отличие в труде, грамоты президента, правительства, а также грамоты главы госадминистрации Бендер, городского совета народных депутатов и профильного ведомства получили около двух десятков самых активных работников. Музыкальные подарки для людей с большим сердцем дарили в этот вечер юные таланты Бендерского дворца детско-юношеского творчества.